Ситуация с детским травматизмом на дорогах города и области по-прежнему остается непростой. Члены городской комиссии по безопасности дорожного движения нашли решение этой проблемы. 4 общеобразовательные школы областного центра будут оснащены автогородками, где школьники смогут осваивать дорожные правила на практике. Первыми автогородок сегодня получили учащиеся 59-й школы Кирова. Репортаж Анастасии Войнолович. В 59-й школе занятиям по безопасности дорожного движения уделяется особое внимание. Поэтому и первый автогородок появился во дворе именно этой школы. Проект стал возможным благодаря средствам, собранным совместно школой, городским управлением образования и депутатами Кировской городской думы. Собрали 1 миллион рублей. Сам проект обошелся 970 тысяч, а на сэкономленные деньги приобрели великолепные машинки, велосипеды и еще сейчас на подходе современное оборудование для кабинета по правилам дорожного движения. Для торжественного открытия автогородка педагоги и учащиеся подготовили праздничную программу. Юные пешеходы и велосипедисты показали свое умение следовать дорожным правилам. Атмосферу праздника дополнила и солнечная погода. Разрешите вас поздравить с знаменательным днем открытием данной автоплощадки, которая, надеюсь, позволит вам и поможет изучить правила поведения на дороге как пешеходами, так и водителями транспортных средств, водителями велосипедов. За долгое и плодотворное сотрудничество с дорожными полицейскими директору школы Светлане Кариной вручили почетную грамоту. Ну а автогородок стал лучшим подарком. А после уроков школьники могут здесь покататься на роликах. Анастасия Войнолович, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.